занимаемся с вороном вот таким вот делом. Пытаемся теленка поймать. Как нам его поймать, неизвестно. Пробежали уже, наверное, блин, километров. Я не знаю, сколько я его прогнал. Бежит без остановок. Уже должен скоро пасть. Да, ворон? Бежит себе на уме. Надо было нам... Малыш. Вот такой вот этот малышек. Ох. Сейчас выгоним его на железную дорогу, пусть его поезд собьет тогда. Это лучшая безболезненная смерть, на которую он может рассчитывать. Все, бежит себе на уме, направление даже вообще не выбирает, лишь бы прямо, и все. Вот уже стервятники летают, его готовят, караулят. Труд, стой. Самое это, ворона мне нельзя оставлять одного, он тоже может у меня пойти и ловить двоих, потом будет гораздо сложнее. Еп, паразит. Пробовал я его в кусты загнать, но я его там тоже не догоняю, он там маленький, юркий. Айда в куст. Ах ты, блин. Дальше поедем. Раз у него здоровья много, да, ворон? Перееду я, не перееду железную дорогу, только вот в чем вопрос. Этот-то дурак перебежит, я думаю. А кони говорят, не каждый переходит под высоковольтной линией. Веревки у меня нету никакой, чтобы на него накинуть. Рюкзак только с 5 килограммами. Эх ты! Труд, стой! Ох, да неужели? Фу! Ой, ты дурак! Ой, ты дурак!
духоте. Давай, 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 дыши. Может, выживет. Сейчас буду пробовать звонить хозяину, чтобы доехал. Будем надеяться на лучшее. Вот так вот тут бывает. Вот таким увлекательным занятием мы с вороном занимаемся. В соседнюю деревню нам надо вот эту скотину перегнать. Так, все, не пей много. Мы же с тобой только что теленка ловили. Все взмокли. Вот так вот, как получится, не знаю. Коровы в поле еще ни разу не были, поэтому такие дураки дураками, не будут заводить корову. Нам гнать их еще надо 15 километров. Куда ты? Прошли где-то 1/3 пути, в общем, мы идем очень медленно. Очень долго мы будем идти. Там вон впереди телочка беленькая, маленькая. Постоянно пытается ложиться в кустах, прячется. Идти отказывается. Но мы пытаемся идти. Вот этот молодец, этот маленький теленочек. Но старается идти. Ни разу пока не прикладывался. Не прилаживался ли. Вот так вот тут. Куда вы воду-то так? Этому лишь бы поесть. Пошли! Да, ворон, дать вот этому попить надо, силы восстановить. Эй, дурачок, ты куда? У тебя мамка-то на грейдере. Иди. Вот так уже листики распускаются. Вот у нас в очередной раз теленок заныкался. Вот пришла мамка к нему. Лежит такой, все. Я, говорит, устал, я дальше не пойду, да, ворон? Хитрец. Так, ну ворон может дальше тоже не пойдет. Сейчас мы ему по-хитрому подвяжем, чтобы он далеко не шагал. Иди! Все, и силы у него появились, и желание идти. Эшли! Даже бегать может. Просто не хочет. Вот так вот тут. Там он, битва идет не на жизнь, а на смерть. Блин, пылят прям в глаза все. Все, этот пошел опять прятаться.
задерживаешь ты нас. Может, его в воду, и сказать его не было. Ну и да, выходи. Сейчас за хвост кусит ворон. Да прячешься. У нас опять этот теленок, он уже меня начинает бесить. Лег такой, спрятался. Ну, вставай! Спрятался он. Как будто мы его не найдем, белого, да, ворон? На зеленой траве. Притоился. Эшли! Вон мамка твоя стоит. Сейчас ворон кусит. Так, те куда-то у меня пошли в кусты. Опять у нас стало, потому что этот дурак, как обычно, у нас спрятался. Может, утонет и все. Скажу, не видел. Ух, блин, сейчас поймаю, утоплю. Пошли! Так, надо самому водички вкусно испить как-то. Забраться. Забраться в воду. Вкуснятина. Жуков, правда, нету никаких. Сыт не будешь от такой воды. Ну, хотя бы просто попил, то хорошо. В пути мы уже, с учетом того, что того теленка ловили, 3 часа. О, ворон перехитрил мои хитрые вязки, да, ворон? Сейчас бы раз и ушел, скажи. Как так я тебя завязал? Палочки у меня только ломаться успевают. Не только. Опа! Не только об ворона. Тут у меня еще кое-что для зверушек, но что-то мне кажется, что я не успею уже по своим делам уехать. Пошли! Движемся! Решили дать им перекура. То, что вон та маленькая собака вообще не идет уже. В машине два теленка лежит. Вот так вот бывает. Дороги уже 3,5 часа мы преодолели. Где-то из 15, наверное.
в районе 9 километров. Но все, мы прибыли в деревню. Практически. Осталось загнать и все. Айда, ворон, айда. Опять залезли в самые дебри. Эшли! Когда-то деревня была. Клуб и школа. И все дела. Сейчас один житель только живет на постоянной основе. Ну, в общем, как-то вот так вот. До места назначения прибыли спустя 5 часов 30 минут. Ну, как-то вот так вот. Даже телефон есть. Ничего себе. Ничего себе себе. У нас деревня вроде и то не рабочая. Нифига, да, ворон? Вот это люди живут. Там дорога в другую деревню. Где-то тут колодец, нам сказали, есть. Поедем, посмотрим. Есть ли он? Памятник. Даже такой свежекрашенный. Люди добрые, помните, любим мы жизнь. Один наш и вас, дорогие. Вот так вот тут. Там еще несколько домиков брошенных. Это кладбище, я так понимаю. Ни разу не был в этой части деревни. Главное, чтобы что-то на колодце было, чем воду подчерпнуть. Остальное ерунда. Мы будем жить, ворон. Ну, я буду жить, ты-то. Ладно, ты и так воду пил. Я сейчас попью. Ну что, там с водой у нас не получилось. Колодец замерзший. Сейчас попробую здесь. Может быть, здесь попью хоть. Скоро на рюкзак привяжем, чтобы если он побежит, он ему по голове бил, ему было некомфортно бежать. Так, здесь вода тоже чистая, вкусная, только от рук пахнет коровьими какашками. Надо ополоснуть руки, чтобы вкус воды не портило. Ну что, приступим. Вкуснотища. Ох, красота! А, еще бы поспать. А, вообще бы здорово было. Фух. Ну что, ворон? Как ты думаешь, мы по своим делам успеем?
с 10:08 время. Непонятно, но попробуем. Кстати, по итогу-то с коровами одного вот я догнал, которого он сразу с сарайки выскочил, не в ту сторону побежал, где-то километров я, наверное, 5 его гонял. Я думал, он раньше свалится и больше не встанет. Он до последнего бегал, до пахоты. В общем, поймали. Потом убежал, оказывается, второй теленок. Но он вернулся домой, его поймали. Тоже на машине сюда привезли, в деревню. И вот эта белая телочка, она тоже все-таки поехала на машине. Последних, наверное, километров 5. И осталось желание идти покидать. Силы у нее были, но просто она не хотела. В общем, вот так вот. Три маленьких теленка приехали сюда на автомобиле. Им повезло. Так, все, ладно. Сейчас должны лоси выйти где-то. Кабана тут, наверное, нету, а лоси здесь должны быть. Попытаемся на вторую камеру кого-нибудь заснять. Да, ворон? Ну все, всем пока. Не знаю, как камера видит, уже достаточно темно. Вот так вот у меня тут дела обстоят. Год, наверное, не был. Кору все объели, так как соли здесь не было. Вот так вот. Ух, соли маленько с собой взял. Как знал, что затянется поездочка. Но лучше столько, чем ничего. Вот так вот. Теперь точно всем пока. Это бобер сгрыз, кстати, если что. Дерево. Здоровый, по грудь. Бобер по грудь был. Ну все, теперь точно красота.